Языковые центры M-World. Лидер на рынке недорогих образовательных программ. Let's study in M-World. Hello, friends! Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас на образовательном телепроекте «Английский за 90 минут». Меня зовут Чердакова Анна. Let's study in M-World. Давайте познакомимся. What is your name? My name is Maxim. My name is Ksenia. Nice to meet you. My name is Женя. My name is Vitaly. Vitaly, nice to meet you. Отлично. Скажите, пожалуйста, какие бывают три времени в русском языке? Прошедшее, настоящее и будущее. Вот так же и в английском, но они там немножечко отличаются, их чуть-чуть больше. Какой бывает характер действий времен? То есть бывают, например, времена однократные, бывают продолжительные. Правильно? Сегодня мы с вами поговорим о временах группы continuous. Кто может сказать, какие это времена? Какой у них характер действий? Продолжающееся время. Отлично. Опишите, пожалуйста, характер действия времени past continuous, то есть прошедшего длительного. Как вы думаете, какое действие оно описывает? То, которое длилось некоторое время. Когда? В прошлом. Отлично. Супер. Present continuous. Настоящее длительное. Ну, это сейчас совершается какое-то действие. Да, то, что действие совершается сейчас, и мы обязательно хотим подчеркнуть, что оно совершается какое-то время. Пусть это будет несколько секунд, но мы хотим подчеркнуть, что это действие длилось какое-то время, это что-то для нас значило. Да? Отлично. И future continuous. Какое-то время? Ну, то, что будет длиться в будущем. Да, будущее продолжительное. Например, приведите пример. Я буду плавать в бассейне завтра. Завтра. Отлично. Приведите пример past continuous. Я сейчас плаваю в бассейне. Past continuous. Я вчера плавал в бассейне. Я вчера плавал в бассейне, а present continuous? Я плаваю в бассейне. Я плаваю в бассейне сейчас. Отлично. Давайте разберемся, как строится время present continuous. Настоящее продолжительное. Какие у нас есть конструкции, которые нам помогают строить это время? Ну, местоимение. Да, местоимение это хорошо. Они у нас получаются за роль подлежащего. Ну, да. А сказуемое, из чего состоит сказуемое? Глагол. Да, глагол какой? To be. Вспомогательный глагол to be в трех формах. Am, is, are. Например, M. Для чего? Для какого местоимения? Первое лицо, единственное число. I am. Ну, давайте не будем. I am. Okay. Are. We, they. We are. И какое еще? You are. It. You are. You are. Да. You are. Is. He is, she is, it is. Отлично. И смыслового глагола. Что такое смысловой глагол? По названию, ясно? Смысл. Да. То есть, если мы глагол to be не переводим в предложение никак, он просто указывает нам на время, то смысловой глагол мы переводим. И какая фишка во всех временах группы continuous? Что происходит со смысловым глаголом? Какое у него окончание? Инговое. Да. Отлично. Так. Например, приведите пример, утвердительное предложение, время present continuous с глаголом learn. Что значит learn? Учиться. Учиться, да? Например, пожалуйста, present continuous, глагол learn. Я учусь сейчас. Как будет по-английски? Давайте переведем. I am learning. Now можно даже не прибавлять. Если мы говорим I am learning, то всем англоговорящим людям и так понятно, что это действие происходит именно сейчас. Отлично. А если мы скажем она учится сейчас? She is learning. She is learning. Отлично. А если он учится сейчас? He is learning. He is learning. А если я... А, нет. Ты учишься сейчас?
You are learning. You are learning, пожалуйста. Отлично. Дальше, Ксения. А скажите, они учатся сейчас? Они это they? They. They are learning. They are learning. Угу. И мы учимся сейчас? We are learning. Угу. We are learning. Отлично. Как строится вопрос в этом времени? Куда идет наш вспомогательный глагол to be? На первое место. Да. Угу. Вот. Дальше что идет? Потом местоимение. Местоимение. И или глагол. Подлежащее. И глагол, смысловой глагол. Смысловой, да. Отлично. Спросите, вот, Виталия, он сейчас учится? Спросите, вы сейчас учитесь? Are you learning? Are you learning? Все are правильно? You learning? Yes. Yes, I am. Yes, yes. I am. Угу. Отлично. А теперь спросите меня, учится ли сейчас Ксения? Is she learning? Is she learning? Отлично. А теперь спросите, учится ли сейчас Максим? He is learning. Is he learning? Is he learning? Is he learning? Угу. Теперь спросите, учитесь ли вы? We are learning. Мы, это если мы учимся. Are we learning? Are we learning? А если я? Am I learning? Am I learning? Отлично. А если учишься ли вы или ты? Are you? Are you is learning? Are you learning? Просто. Are you learning? Are you learning? Угу. Отлично. Дальше. Какой следующий глагол? Прочитайте, пожалуйста. Кто смелый? Угу. Read. Читать. Read. Читать. Read. Отлично. Как строится отрицание во времени present continuous? Что у нас добавляется? Какая отрицательная частичка? Not. Да? Not. Приведите пример. Я не читаю. I wasn't reading. I wasn't reading. Хорошо, но I'm немножко not не стоит reading. Время. I'm not reading. Отлично. А если сказать, он не читает? He is not reading. He is not reading. Отлично. Виталий, а если сказать, она не читает? She not reading. She is not reading. She is not reading. А если я не читаю? I not reading. I am not reading. I am not reading. А спросите, нет, не спросите. Скажите, вы не читаете? I am not reading. You. You are. You are not. You are not reading. You are not reading. You отлично. Are not reading. Дальше. Прошедшее время. Past continuous. Как вы уже сказали, характер действия какой? В смысле? Когда что-то происходит? Длилось когда-то. Да, что-то когда-то в прошлом длилось. Отлично. Прочитайте третий глагол. Run. To run. To run. Run. Угу. Бежать. Как строится время past continuous? Какой у нас вспомогательный глагол? Was, were. Was и were. Отлично. Для каких случаев was? Для единственного числа, а were для множественного. А давайте по местоимениям. I, he, she, it. Это was, а were это they, you и we. We were, they were, you were. Да. Отлично. А скажите, пожалуйста, мне, я бежал. I was run. I was running. I was running. То есть глагол с инговым окончанием, это, ну, если мы можем сказать, карточка. Это признак того, что мы говорим во времени continuous, любой группы. То есть в любом времени present continuous, past continuous, future continuous будет глагол с инговым окончанием. Угу. Дальше, а скажите, она бежала. She was running. She was running. Пожалуйста, теперь вы скажите, мы бежали. We were running. We were running. Теперь скажите, они бежали. They were running. Угу. Теперь оно бежало. It was running. It was running. Отлично. Дальше, третий глагол.
О, четвертый. Eat. Eat. Есть. To eat. Eat. Есть. Eat. Отлично. Как строится вопрос в этом времени? Схема абсолютно такая же. Глагол to be в любой форме ставится на первое место, потом местоимение, потом смысловой глагол с инговым окончанием. Пожалуйста, Евгения, скажите, ела ли я? Was I eating? Eating. Was I eating? Was Отлично. I eating? Ел ли ты? Was you eating? Were you eating? Were you eating? Отлично. Ели ли мы? Were we eating? Were they eating? Mm-hmm. Were we eating? Виталий, ела ли она? Were she written? Eating. Eating. Was she eating? Was she eating? Was she? Was she eating? Was she eating? Was she eating? Ела ли оно? Was it eating? Was it eating? Was it eating? Отлично. Was it eating? Ел ли он? Was you he. They? Was he? Was he eating? Was he eating? Was he eating? Отлично. Прочитайте, пожалуйста, какой? Пятый глагол. Yeah. Кто смелый? Do. Do. Uh-huh. Do. Переводится? Делать. Делать. Отлично. Как строится отрицание во времени past continuous? Также добавляется not. Uh-huh. Not. Отлично. Приведите пример с глаголом do. What are you doing? Нет, это будет вопрос, а давайте с отрицанием. He was not doing. He was not doing. Отлично. А если you? You were not doing. You were not doing или you weren't doing. Давайте вместе weren't. 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 Отлично. Максим, yeah. Я не делал. I wasn't doing. I wasn't doing. Отлично. Ксения, ты не делал. You were not doing. Uh-huh. Евгения, она не делала. She were not. She were not doing. Да, только she was not doing. She wasn't doing. She wasn't doing. Uh-huh. Отлично. Виталий, он не делал. She was doing. Почти. He was. He, ага. He wasn't. He wasn't doing. Uh-huh. Максим, оно не делало? It wasn't doing. It wasn't doing. Ксения, мы не делали? We weren't doing. We weren't doing. Евгения, они не делали? They were not doing. They weren't doing. И Виталий, вы не делали? You wrote, you weren't doing. Отлично, супер. Урок окончен. Большое всем спасибо. Встретимся через неделю на образовательном телепроекте «Английский за 90 минут». Меня зовут Чердакова Анна. Let's study in M-World. Языковые центры M-World. Лидер на рынке недорогих образовательных программ. Let's study in M-World.